Всем доброе утро, мои дорогие зрители. Вот такое вот у нас утро. Теплое, но слякотное и серое. Я сейчас покажу вам, как я готовлю бутерброды. Бутерброды будут из шампиньонов. Сейчас покажу продукты, которые для этого потребуются. Так. Вот такие шампиньончики купила, крупненькие. Масло. Хлебушек. Очень вкусный хлеб, обожаю его. Финский, зерновой. С семечками там внутри. Вот самый мой любимый хлебушек. Котик, ну перестань. И черный молотый перец. Вот все, что нам нужно для бутербродов. Сейчас я почищу шампиньоны. И потом порежу их пластиками и покажу дальше, что я делаю. Вот такой хлебушек. Ну вот так намазала я слегка маслом. А сейчас буду выкладывать грибочки. Как мне заблагорассудится, так и сделаю. Они крупные кусочки, поэтому можно быстро справиться с этим заданием. Вот, большой. Вот так получается примерно по две долечки. Там можно маленькую. Тоже, знаете, творческий процесс. Что-то грибочков получилось много. Вот какой у меня получился натюрморт. Персик. Так, теперь слегка посолю. Много не надо, так, чуть-чуть. Так, а теперь, самый главный момент, перец. Посмотрите, как я сейчас буду это все щедро посыпать. Очень много перца, и самое главное, что он вообще не чувствуется. Можете попробовать, чтобы убедиться, что я была права. Правда, на грибах перец не чувствуется. Вот так вот жирненько, все черненькое. Поперчу. Ой, вокруг все засыпало. Сейчас буду тут еще порядок наводить. Так тебе мало досталось, господин бутерброд. Ну вот, посмотрите, черным-черно. Ух, какой аромат перца. Ну все. Вот такое у нас блюдо получилось. Сейчас будем завтракать. Приятного нам аппетита. Девочки, попробуйте, вам понравится. Очень вкусное и необычное блюдо. Пока-пока. До встречи в следующем видео.